И в продолжении темы страшного пожара на улице Калинина стали известны имена пожарных, с которыми оборвалась связь во время поиска людей на складах, объятых пламенем. Это командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев, 45 лет, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, 46 лет. У обоих остались жены и дети. Также ничего не известно о судьбе сержанта Максима Рябцева. На его странице в соцсети уже появились записи «Таких мало, герой». И как стало известно, буквально 30 минут назад Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух и более лиц.